Я хочу замуж. Так, что я тут слышу? Что я слышу? Ты что делаешь? Я хочу замуж. Андрей, если у тебя есть какое-то желание, то нужно его визуализировать, нужно как бы себя настраивать, понимаешь, повторять. Я не знаю, может, другой способ попробовать. Попробуй сменить имидж. Например, примерь вот эти вот сережки. Это не помогает, нужно читать эту мантру. Хорошо, я тебе помогу. Давай. Я хочу замуж. Я-то не хочу. Тьфу-тьфу-тьфу. Не дай бог. У нас в гостях сегодня ведический психолог, поэтому если мне не помогут визуализации моей мантры и позитивные установки, мне нужно обязательно спросить, какие есть способы еще. Вот. А это мы у него обязательно спросим. Ну а еще в сегодняшней программе мы поговорим с главным редактором единственного глянцевого журнала на русском языке о новостях гламура. И говорить об этом будет Андрей, а не я. Вот такой вот удивительный у нас сегодня эфир. А еще сегодня на паркете мы попробуем станцевать танго. Мы не обещаем, что получится, но как минимум мы постараемся. А еще мы сегодня приготовим безалкогольный коктейль, то есть моктейль, который называется «Мечта каждого трезвенника». Узнаем, о чем мечтают те, кто вообще не пьют. А на сцене у нас сегодня радость Андрея Титова, женский хип-хоп. Он очень любит хип-хоп. Не уверен насчет женского, но посмотрим. Может, я и его полюблю. Слушайте, это будет классная программа. Классная, не переключайтесь через 5 минут. А пока у нее еще 5 минут есть на вот эту мантру. Я хочу замуж. Я выйду замуж.